Привет. Меня зовут Том, и я администратор этого тату-салона. Моя задача ввести тебя в курс дела, рассказать тебе обо всем, ну и проверить кое-какую информацию. Так, ты у нас по записи, да? Угу. Скажи, пожалуйста, фамилию свою. Угу, да, вижу. Так, у нас с тобой татуировка. И пирсинг. Про пирсинг тут не написано. Правильно. Гулять так гулять. Так, так, так. Хорошо. Угу. Что насчет эскиза, рисунка? Что будем бить? Угу. Знак зодиака. Где? На предплечье. Так, так. Эскизик есть или будем подбирать? Будем подбирать. Окей. Ну, так примерно представляешь, да? Что хочешь. Понял. Так. Ну, нет, я не мастер. Я обычный администратор. Да-да-да-да-да. Наш мастер Дима, с ним посоветуешься, он подберет себе подходящий эскиз, ну, или нарисует новый по твоему желанию. Угу. Так, я буду делать кое-какие пометки в процессе нашего общения. Оно займет буквально 10 минут. Угу. Хорошо. Так, бьем татуировку на руке. А, еще одна будет. Где вторая? На груди. А, там есть вторая. Угу. А, если не трудно, можешь показать? Да это не татуировка, это партак. Угу. В общем, избавляемся от партака, перебиваем. Так, ну тут будет немножко посложнее, конечно. Угу. Ну, опять же, Дима посмотрит, скажет, как лучше это сделать. Какие-то пожелания есть? Вообще никаких идей. Угу. Ну, тогда... отдадим тебя на растерзание Диме. Нет, он опытный мастер, он сделает все как надо. Ну, подберет какой-нибудь. Ну, я могу тебе сразу сказать, что это будет ЧБ. Ну, черно-белая татуировка, потому что цветным пигментом мы не перебьем. Не закроем старый рисунок, поэтому черно-белая. Ну, что-нибудь подберем в любом случае. Мы профессионалы своего дела. Угу. Так, пирсинг. Давай-ка тоже порешаем сейчас по пирсингу. Прокалывать будем уши. Хорошо. Угу. Потом посмотрим. Кстати, так, уши проколоть можем сегодня. Насчет татуировок нужно договориться будет попозже. А вот пирсинг можем сделать прямо сегодня, после того, как пообщаемся. Да как? Годится? Правильно. Чего откладывать, если можно сделать сразу? Так, хорошо. Угу. Пирсинг у нас делает девочка, Маша. У нее рука твердая, но легкая. Так что сделает все очень быстро. Ну, опять же, с ней пообщаешься, подберете украшения. Угу. Так, хорошо. Сейчас поговорим на очень важные вопросы, угу, которые будут касаться твоих татуировок. Итак, как у тебя со здоровьем? Ну, в общем и целом. Хорошо. Отлично. Так, как у тебя с алкоголем? Ну, я в том плане, что на пьяную голову мы татуировки не делаем. И вообще любой нормальный мастер никогда не делает татуировки пьяному человеку. Так что я ничего не имею в виду, просто предупреждаю, что были у нас такие случаи, когда человек приходил в нетрезвом состоянии, ну, естественно, это до свидания сразу.
Никаких татуировок. Угу. Ну и, естественно, накануне тоже не надо. Если... Ну, нет, я не говорю, просто есть люди, которые... Ну, все люди. Кто-то может расслабиться, кто-то выходной был. Поэтому накануне тоже никакого алкоголя. Ну, естественно, после того, как мы уже сделаем татуировку, опять же, никакого алкоголя. Угу. И никаких физических нагрузок. Ну, опять же, Дима после этого тебе расскажет, после сеанса, как ухаживать за татуировкой. Угу. Знаешь, у тебя же есть уже одна. Ну вот, я смотрю, что не очень ты выполняешь рекомендации мастеров по поводу ухода. Ну, смотри, я тебе так скажу. Наша задача сделать тебе классный рисунок и классную татуировку. А вот уже уход за ней, и как она будет заживать, и какая она будет после того, как заживет, это уже полностью ложится на тебя. Вся ответственность будет твоя. То есть не будешь ухаживать, не будешь следить, не будешь выполнять предписания мастера. Мы не даем никакой гарантии результата. Угу. Наше дело красиво набить тебе татуировку. А ухаживать за ней – это уже твой вопрос. Угу, твоя задача. Так что, возвращаясь к нашим баранам, никакого алкоголя. Угу. Ну, это я просто рассказываю тебе. Хорошо. Скажи-ка мне вот что. Есть ли у тебя аллергии? Нет, точно. Прошлую татуировку как били? С обезболивающим или без? Я думаю, что, скорее всего, без, судя по качеству исполнения. Угу. Мастер-то, конечно, был, видимо, не очень знакомый. Вот не надо никогда ходить к знакомым за бутылку пивка и бить татуировки, потому что это очень серьезный шаг, и потом избавиться от нее будет не так-то просто. Вот хорошо, если можно перебить. Да, можно вывести лазером, но это дорого и долго. Так, аллергии нет. А, так, как будем бить? С обезболивающим или без? Потерпишь. Угу. Не, ну если будет больно, на груди бить больно. Так что если будет очень больно, можем облегчить эту ситуацию. Ну вообще лучше, конечно, так. Если совсем не в моготу, то с обезболивающим. Угу. Так, все технические вопросы потом порешаете с Димой. Угу. Хорошо. Так, по поводу кожи. Есть склонность к каким-то воспалениям? Ну, это опять же относится к аллергическим реакциям. А вот прошлую татуировку набивали, как заживало? Не было там покраснений, прыщиков, там воспаления какого-то жесткого. Угу. Ну, тут же опять все зависит от гигиены. Ну, конечно, кожа бывает у людей разная. Кого-то может воспаление высыпать. Угу. Ну, все люди разные, по-разному на пигмент реагируют. Так, хорошо. Сейчас я надену перчатки и немного потрогаю тебя. Осмотрю кожу, осмотрю старую татуировку и осмотрю уши. Хорошо? Годится. Так, где мои перчаточки? Татуировка – это ответственный шаг, так что нужно подходить к этому серьезно. Потом на всю жизнь, я говорю, вывести это не так-то просто. Поэтому лучше 10 раз подумать. Как раз-таки поэтому я сейчас с тобой общаюсь, а не бьем мы тебе татуировку прямо сходу. Потому что ты можешь передумать. Ну, все так говорят. Ну, всякое бывает. Так. Дай мне, пожалуйста, руку. Какую будем бить? Левую или правую? Левую. Давай посмотрим. Так, так, так. Ну, все в порядке. А, не,
Сбривать лишние волосы не надо. Это придешь, уже на месте все подбреем. Угу. Готовиться тоже не надо. Главное, говорю, главное к алкоголю осторожно перед относиться, перед сеансом. Ну, раз у тебя с этим нет проблем, значит, все будет окей. Подбривать ничего не надо, там, обезжиривать, там, что только не делают некоторые люди. Кремом там бывает мажет, что-то приходит, какую-то ерунду понавертит. Приходишь, как обычно. То есть мы тебе здесь все подготовим. Так, дай-ка я немного твой бардак посмотрю на груди. Так, так, так. Блин, вот здесь вот в этом месте глубоко засандалили. Руки бы-то мастеру подорвать бы, конечно, за такую работу. Нет, ну лазером не будем выводить. Дима перекроет все это. Черным пигментом будет незаметно. Ну, конечно, вот она, квалификация мастера. Загнал себе глубоко пигмент и небольшой рубец образовался. Это, конечно, нехорошо, очень нехорошо. Так. Ну, с кожей тут все в порядке. Опять же, на груди такая кожа, она склонна к воспалениям, поэтому после сеанса, после того, как закончим татуировку, очень-очень-очень внимательно к этому месту надо отнестись. Во-первых, его не так просто закрыть, как руку, допустим, обмотал пеленкой или обычной пищевой пленкой и ходишь. А вот грудь, нужно быть внимательным. Портачок, конечно, не очень, но поправим это дело. Так что не переживай, ты в надежных руках. Давай-ка уж посмотрим. Так, что тут у нас? Ну, я каких-то воспалений не вижу. Так, все нормально. Кожа мягкая. Так, у тебя есть уже предпочтение по поводу того, что вставим в уши? Ну, это порешаешь на месте уже с Машей. Но, ну, я тебе так скажу. Если будешь носить в основном гвоздики, то нет, это не больно. Какой пистолет? Ты чего? Пистолетом кололи в далеких 2000-х годах. В колхозных салонах. Ты чего? Только иголка, никаких пистолетов. О чем речь? Ты что? Пистолет, он просто простреливает насквозь тебе мочку уха, вырывая прямо с мясом кусочек. Что там шрам потом будет? Не-не-не. Это я уже не знаю. Только вот в деревнях, наверное, только пистолетом колет уши. Иголка. Ну, увидишь на месте. Да и не больно. Как комарик кусил. Так, по поводу украшений. Если будешь носить гвоздики, то лучше сразу вставить гвоздик. Если будешь носить круглые серьги, то после прокола лучше вставить сразу круглую сережку, потому что прокол будет заживать и сразу формироваться по форме серьги. То есть если вставить гвоздик, а потом ухо заживет, и вставлять туда круглую сережку, она будет деформироваться мочкой и растягиваться. Поэтому лучше сразу вставить то, что будешь носить. Я тебя заранее предупреждаю, так как это моя работа администратора. Угу. Так, ну, в принципе, все у нас в порядке. С ушами тоже все хорошо. Значит, подводим итог.
аллергии нет. Будем бить без обезболивающего. Предварительно, да? Ну, ты там вот перед самим сеансом решишь. Я предлагаю, как сделать. Сначала набьем предплечье. Угу. И уже посмотришь. Ну, предплечье не так больно, как грудь. Поэтому подумаем. Посмотришь, подумаешь, как, что. Если будет больно, то грудь будем бить с обезболивающим. Угу. Ой, сейчас миллион всего есть. Мази, уколы, чего только нет. Поэтому прекрасно можно набить татуировку. Ну, конечно, потом, когда действие его заканчивается, обезболивающего, то запоешь уже другие песни. Ну, все-таки татуировка это что? Это нарушение кожного покрова. Это больно в любом случае. Что если тебе говорят, татуировка это не больно, это либо извращенцы, которые тащатся от боли, либо просто обманщики. В любом случае это всегда больно. Угу. Ну, морально готовься. Да ладно, ничего. Ничего, это не страшно. Тем более у тебя уже есть одна. Ну, давно, недавно, а все-таки. Так, по поводу ухода. Дима тебе после сеанса все расскажет. А в зависимости от того, какой эскиз выберем на груди, там уже порешаете с ним. В один сеанс уложитесь или нужно будет прийти на последующий. А, ну, вообще, конечно, он бьет быстро, качественно. Так что за один сеанс, я думаю, вы успеете и на руке набить, и на груди. Но, опять же, по времени ничего не говорю. Там будет видно. Ну, готовься. Это не за полчаса делается. Да, поправим твой партак на груди. Будет красиво все очень. Так что, давай решим по времени. Значит, уши колем сейчас, да? Ну, у Маши там сейчас есть клиент. Ну, они, я думаю, скоро закончат. Угу. Да, и пока Маша занята, мы сходим к Диме, покажем ему свой партак на груди, он подберет себе какой-нибудь эскиз или предложит вариант. Угу. Хорошо. Ну, опять же, там с ним решить. Моя задача вас свести, а там уже договоритесь. Так, значит, идем к Диме, потом идем колоть уши. Окей. По датам. Смотри, когда у тебя есть свободное время? На следующей неделе, на этой неделе вообще без вариантов. Так. В среду. Годится? В среду в 10 утра. Так что высыпайся хорошенько. Да, придется прийти пораньше, потому что объем работы приличный. Хорошо. Если что-то поменяется, если вдруг там что, ну, все мы люди, у всех бывают свои там какие-то затруднения, форс-мажоры, поэтому обязательно позвони. А, ну, телефон у тебя наш есть, но если что, я на всякий случай отдам визитку после того, как пойдешь домой. Ну, да, ко мне на ресепшн заглянешь. Ну, а так, в принципе, все. В среду ждем тебя основательно. Угу. Ну, а сейчас к Диме и колоть уши. Отлично. Ну, все. Приятно было познакомиться. Да. Вот туда, прямо до коридора. Давай, пока. Счастливо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, кто у нас там следующий на очереди? Блин.